Всем привет на канале Олдачман. Сегодня у нас с вами вот такой вот вечерний выпуск новостей, в котором я хотел бы с вами обсудить происшествие, произошедшее вчера в Мюнхене утром около Генконсульства государства Израиль. Полиция застрелила радикального исламиста, пытавшегося устроить террористический акт. По-другому это никак не назовешь. А теперь давайте к подробностям. Около между 9 и 10 утра в районе Генконсульства государства Израиль появился человек с военным карабином, которому был пристегнут штык-нож, и открыл огонь вокруг себя на поражение. Естественно, полиция быстро на это среагировала, и по данным полиции, по предварительным данным полиции, он был тяжело ранен, но, как оказалось, они его уничтожили. Этим уничтоженным террористом оказался радикальный исламист, серб по происхождению, австриец по гражданству, приехавший из Австрии в Германию, для того, чтобы таким образом, расстреливая людей в генеральном консульстве, напомнить всем о том, что произошло 52 года назад во время Мюнхенских Олимпийских игр, когда радикальная Палестинская группировка взяла в заложники 14 членов израильской олимпийской сборной и 11 из них потом они были уничтожены. Этот э, урод 18 лет возраста хотел, скорее всего, повторить вот такой вот, скажем так в кавычках, подвиг вот этих террористов, обратив на себя внимание. Но получилось совершенно другое. Полиция его уничтожила. У многих могут возникнуть вопросы, а как он проехал через границу с оружием? Я вам скажу открыто. Через границу между Германией и Австрией или Голландией или Францией, Швейцарией можно проехать свободно. Полицейские тебя не останавливают, в багажник тебе в машине не заглядывают. Тем более, когда сейчас время отпусков, сезон, люди, едут на машинах, скажем так, толпами, на пропускных пунктах образуются иногда пробки, и полицейские пропускают практически всех, э, за маленьким исключением. останавливая только те машины, у которых, которые действительно вызывают у полицейских подозрения. Поэтому из Австрии провести оружие в Германию не составляет никакого труда. Точно так же можно приехать из Германии в Австрию со своим оружием. Но дело в другом. Дело в том, что вот этот вот 18-летний серб, имевший гражданство Австрии, был давно известен э, криминальным службам Австрии как радикальный исламист. Некоторые немецкие журналисты указывают на то, что он стал радикальным исламистом благодаря тому, что смотрел видео на ТикТоке. Бред сивой кобылы. ТикТок здесь ни при чем. Здесь именно идет агитация вот этих вот муэдзинов, проповедников, которые на каждом углу, в каждой мечети говорят, что нужно избавлять мир от неверных. А вот этот вот молодой ушлепок, 18 лет, которого полиция уничтожила вчера, ну, скажем так, ликвидировала, он, скорее всего, хорошо был информирован о том, что вчера был действительно вот этот вот день памяти жертв террористической группировки, относящей себя тогда, в 70-е годы, к защите Палестины, которая уничтожила израильских спортсменов, приехавших на Олимпийские игры в Мюнхен и он решил повторить или хотя бы приблизиться своим вот этим вот преступлением, этим террористическим актом к славе вот этих вот уродов, которые убивали людей. Найдутся очень многие люди, которые скажут, что вы не правы, у него были совершенно другие мотивы. Хорошо, какие были у него мотивы? Если это действительно радикальный исламист, то какие у него были мотивы, кроме того, как убивать людей? На ваш вопрос, предупреждая его, я отвечаю. Штык-нож был пристегнут к этому военному карабину на тот случай, если у него в магазине закончатся патроны, и он тогда начнет просто-напросто штык-ножом колоть людей. То есть это уже не малолетний, 18 лет. У нас раньше в армию брали 18 лет, да и сейчас берут. Это уже взрослый, состоявшийся человек, правда, еще не окрепшая психика. А так как он шел на это осознанно, то и заслужил то, что с ним произошло. Интересен тот факт, что против полицейских, которые уничтожили этого радикального исламиста, не завели ни единого уголовного дела. Хоть в этом плюс немецкой юстиции. Хоть в этом плюс немецкой социальной и юридической системы, которая наконец-то стала просыпаться от этого литургического сна, в котором долгие годы находилась, спуская с рук все э, преступления вот таким вот идиотом, террористам, и наказывая своих полицейских, вместо того, чтобы наказывать тех, кто виновен в произошедшем в возникновении вот этих вот терактов. Вспомните, я вам рассказывал об одном, по-моему, Сенегала, где-то на севере Германии, северной Вестфалии, где полицейский его застрелил. Против полицейского до сих пор ведется уголовное дело, потому что он убил молодого парня 16 лет. На фото этому парню вряд ли можно было дать 30. Но по бумагам, по бумагам, этот парень, прибывший из Сенегала, сейчас я вам напомню, он прибыл тогда сначала в Испанию, в Испании ему не понравилось, как к нему отнеслись, через несколько месяцев он из Испании, уже зарегистрированный беженец, прибежал в Германию, уже якобы с новыми документами, что он сирота. А оказалось, что в Сенегале у него папа, мама и 10 братьев-сестер. Он набросился на полицейских, он набросился на работников вот этого общежития, в котором он жил, с ножом. Сначала якобы хотел уничтожить сам себя, потом набросился с ножом на полицейских. Полицейский среагировал правильно, он его убил на месте. Против него сейчас ведется уголовное дело. Может быть, все-таки это дело прекратят? Может быть, все-таки сейчас наша бюрократическая система и Нэнси Фезер раскроют свои глазки и поймут, что полицейские действовали соответственно своим инструкциям, они действовали по ситуации, они не просто так разгуливали и стреляли налево-направо, они защищали народ, они защищали жизни тех людей, которые находились рядом с ними. Очень хорошо, что против этих полицейских, которые уничтожили вчерашнего этого террориста, приехавшего из Австрии в Германию для того, чтобы уничтожить людей в своем террористическом акте. Очень хорошо, что против этих полицейских не заведено уголовное дело. Да, будет рутинный разбор полетов, будут разбираться, почему, кто, как и когда, но в игре военный карабин с пристегнутым штык ножом, выстрелы со стороны вот этого радикального исламиста в сторону простых граждан. Люди видели, как он рвался к генеральному консульству государства Израиль и стрелял. Вот вам начинается утро в городе Мюнхен. Какой-то ушлепок 18 лет начинает просто бегать и стрелять. Причем целенаправленно стрелять. У него стоит цель перед, перед его тупой головой – расстрелять евреев неверных. Но полиция поступила абсолютно правильно. Как вы считаете? Могут найти сейчас те, кто скажет, вы сами виноваты, что залезли в Палестину. Для таких, как вот эти вот, если они вдруг и найдутся, я могу сказать, ребятушки, вот уже более 50 лет весь Запад поддерживает Палестину финансово и экономически. Что же делает Палестина со всеми деньгами? Она строит подземные туннели, закупает вооружение и пытается нападать на Израиль. Вот уже 50 с лишним лет. И это никогда не прекратится. Многие говорят, Израиль напал на Палестину у шлепки. Вам напомнить, как Палестина блин, напала на Израиль в прошлом году, все 7 октября, как они уничтожили 1200 человек, убивали, сжигали, насиловали, избивали, обливали бензином и поджигали, снимали это на видео и показывали это во всех соцсетях, на том же самом сраном ТикТоке. Вам это напомнить или вам. Ох, у вас психика э, несколько такая вот восприимчивая, вам это нельзя смотреть. И если вам нельзя это смотреть, тогда ротики позакрывайте. Нехер защищать террористов, которые пытаются убивать людей по всему миру. В то время, когда Палестина напала в прошлом году на Израиль, почему-то в американских кампусах, в университетах, в колледжах тут же на следующий день выскочили студенты с флагами. И Ордании кричали «освободите Палестину». Этим студентам заплатили проиранские службы по 70 долларов в день. А 70 долларов в день – это хорошие деньги для американского студента. Можно нажраться того фастфуда на неделю вперед, быть сытым, довольным. Главное, чтобы платили. А «освободите Палестину» или «освободите неонацистов» – наплевать, какие лозунги кричать. У меня на канале появляются очень часто такие люди, которые действительно стоят непонятно по каким причинам за вот этих вот террористов, за этих исламистов, за убийц. Они не хотят принимать во внимание тот факт, что эти люди напали на других, а не те, кто защищался, дали им сдачи, дали им по морде. То, что произошло вчера в Мюнхене, произошло. Этот вонючий террорист получил по заслугам. Ну, по-другому это не скажешь. Мы с вами не в телевизоре, поэтому здесь можно на этой платформе иногда использовать такие словечки для того, чтобы сдабривать подаваемую вам информацию. Я не разжигаю никакую ненависть, ни... вы что? Ни в коем случае. Я даю вам шанс подумать над тем, что вокруг вас происходит? Прежде чем начинать кричать, что вот убили юношу 18 лет, а подумайте, у него ведь папа с мамой, может быть, братья и сестры, а наплевать, если этот юноша взял в руки оружие и пошел убивать простых мирных людей, которые к нему не имеют никакого отношения и не имеют никакого отношения к происходящим в мире войнам, то это уже не юноша, это уже убийца, которого нужно ликвидировать. И в данном случае, я уже повторяюсь в который раз, полицейские поступили абсолютно правильно. Кстати, в Баварии, это же произошло в Баварии, не будет заведено уголовное дело против полицейских, так как это делают на севере Германии, потому что здесь несколько другие законы, здесь несколько другие взгляды на происходящее. И наш премьер-министр Маркус Зедер выступил вчера уже с заявлением о том, что полицейские поступили правильно, защищая население и окружающих людей от этого террориста. Все, точка. А о каком уголовном деле может идти речь? Подумайте сами. В общем, за вами ваши комментарии, высказывания, ваши точки зрения. Мы охотно их выслушаем, мы охотно прочитаем все ваши комментарии. Еще более охотно ответим на те, которые действительно покажутся очень интересными и захватывающими наше внимание. Ну и вам, конечно, всем удачного дня, вернее уже вечера. Будьте осторожнее, когда ходите по улицам, вокруг много идиотов. Не забудьте подписаться на этот канал, поделиться видео с друзьями. Соответственно, поставить лайк этому видео, нажать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе событий. Ну и всем вам удачи. Не болейте пока.